Всем привет! Вы на канале интернет-магазина Grandstart.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами новый карнавальный костюм для аниматоров. Это костюм Капитана Америки. Вот так вот он выглядит в запечатанном виде, в индивидуальной полиэтиленовой упаковочке. Упаковка удобная, на молнии. Очень удобно достать костюмчик, поносить и положить обратно. В товаре у нас визитка интернет-магазина Grandstart.ru. Давайте посмотрим, из чего состоит комплект костюма Капитана Америки. В товар у нас входит вот такой вот щит. Посмотрите, объемный, со звездой уже вот так вот идет. Он такой внутри набивной. Посмотрите, здесь вот ткань синенькая блестит, переливается. Вы можете увидеть это на видео. Сзади у нас вот такие вот резиночки для рук вставлены. Очень удобно, что можно держать. Вот так вот выглядит щит. Далее смотрим. В комплект у нас входит комбинезон. Вот такой вот комбинезон. Также со звездой идет. Звезда у нас здесь нашитая. Посмотрите, не отвалится ничего. Очень удобно, все прошито. Комбинезон с длинными рукавами. Вот рукава длинные. Материал тянется. Вот можете видеть то, что тянется. Здесь у нас ножки уже идут как бы со слитками. Вот так вот. Как носочки. То есть это одевается полностью нога. И вам уже как бы не надо ничего добавлять. Можете, если вы в помещении, хоть вот так вот просто в костюмчике не надевать никакую обувь, бегаете уже вот так вот босиком. Вот так вот это выглядит, такие вот штанишки. Вот так вот выглядит. Комбинезон сзади у нас идет на молнии. Вот молния по всему комбинезону идет до пояса. Вот такая вот большая широкая молния. Мальчик такой цветной, красный, синий, белый. И в комплект у нас входит головной убор, такая как шапочка. Здесь с прорезями для глаз, для рта. И шапочка, она здесь вот тянется тоже. Можете посмотреть, вот так вот выглядит головной убор. Очень удобный, ярко-синего цвета. Вот весь костюм, то есть это комбинезон, шапочка и щит. Если вам понравился данный костюм, вы можете заказать его на сайте grandstart.ru.